Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Президент России сегодня с официальным визитом в Будапеште. Как обсуждалось, лидеры обсуждали сотрудничество двух стран в разных областях. Путин и Орбан договорились наращивать совместную работу в сфере ядерной энергетики, развивать отношения в области фармацевтики, транспорта и других сферах. Речь шла и о важнейших мировых проблемах. Россия и Венгрия согласны с тем, что нужно объединять усилия в борьбе с терроризмом. Нам необходимо объединять усилия в борьбе с международным терроризмом. Политическое урегулирование в Сирии и в других ближневосточных странах, скорейшее возвращение всего региона к нормальной жизни будет, безусловно, способствовать и снятию острого миграционного кризиса в Европе в целом. Я очень рассчитываю на то, что мы будем активно взаимодействовать с нашими венгерскими партнерами по всем этим направлениям.